Иван-чай – одна из самых распространенных легенд. Если задать вопрос, почему он распространился, да, он никому не навредит. И только поэтому. Но в нем ничего нет. Вообще. Но пока не сферментируется. А когда сферментируется, то там много чего появляется. Но к Иван-чаю это никакого отношения не имеет. Я для себя обозначил вас как гастрономический антиквар, если позволите. Ну, спасибо за антиквара. Вы биохимик. Я биохимик. Более 500 научных публикаций, статей. Нет, ну, да, не, ну всяких. Ну, Википедию, да, Википедию не обманешь. Я изучаю физиологию, биохимию адаптивности. То есть я знаю, как вещества превращаются одни в другую, по каким цепочкам и так далее. То есть я очень хорошо знаю, как синтезируются различные вещества, и в том числе биологически активные вещества в древесных растениях, в травках и так далее, и так далее. Я знаю, откуда идет дым. Угу. И как он в организме, собственно, вот. Нас... А вот как в организме, я же не человеческий биохимик, я... либо, ну, как молекулярщик, я больше все-таки к грибам и к растениям. Вы не так давно, это было, по-моему, в августе, в Томске. Ну и, в принципе, я так понял, это ваш манифест, что сибирский стол – это самый богатый стол в мире, ну, говорите вы. Да. Это не только я говорю, это смотрите, все говорят. Я кормил людей, ну, в какое-то время. У меня был свой ресторан с партнерами. Я знаю, что летнее меню наступает в августе, в то время как обыватели его просят 1 июня, ну, в Сибири. Логистика в Сибири, то есть что-то привезти, это, наверное, самое простое. Это должно лететь, ползти, плыть, ехать, не знаю, на ослах. Как случилось, что сибирский стол вдруг стал самым богатым столом в мире? Не может быть сибирской кухни, да? Может быть кухня там алтайская, да, кухня тувинская, народ. Кухня хакасская, да. И вот кухни эти строились по принципу лени. Все, что растет под ногами, все, что можно, до чего можно дотянуться рукой, это и есть ситуация такая, что вот я сразу принес на кухню и сделал. И богатство разных регионов феноменально. Но мы про это богатство забываем. Но это богатство нам доступно 4,5 месяца в году. Ну или там утрированно. Это не считая заготовок. Нет, ну вот, конечно, нужны заготовки. Ну почему? В конце мая вот, та же колба идет, да? То есть у вас ее... Колба, зеленый лук и редис уже ближе к ней. Все. Из этого некоторые умудряются рестораны сделать салат. Ну вот, вот и замечательно. Салат летний. Да. Вот. А потом у нас, например, в Сибири выращивали всю жизнь пастернак. Да? То есть это такая большая-большая морковка в половину тебя ростом, которую надо выкапывать, чтобы ее кругом окапывать. Да? А прекрасно, прекрасно себя чувствует всю зиму на грядке. И вот весной ты идешь, расковыриваешь, вытягиваешь. Вот, пожалуйста, тебе свежий салатик. Ну, то есть и этим богатство наше сильно. Самое. Дичь по сезонам. Вот зимой, это уже сахатое время. Угу, угу. Там весной, май, это уже птичка пошла. Дрозды прилетели. Я про дроздов что-то видел в одной из публикаций. Да, конечно. Суть-то в чем? Суть в том, что чем меньше птичка, тем она вкуснее. Привет, французы. Но нет, это мы им дали, а не они нам.
птичку. А вообще, на самом деле, птички, вот эта привычка потребления маленьких птичек. Да? А вообще это все проистекает из Древней Греции. Франция здесь ни при чем. Но у нас, как один товарищ пришел в своих дневниках, пишет, пришел с вечеринки первого губернатора Енисейской губернии, кормили какими-то воробьями. Очень вкусно. То есть у нас это всю птичку малую называли воробьями. Вот. И на самом-то деле, с одной стороны, каждый жалел свинец, потому что это было на вес золота. Да. Поэтому чем крупнее птица, тем рентабельнее. Да. А с другой стороны, если ты богатый человек, то ты ниже опускался. Ну, условно говоря, до рябчиков, которые всегда называли королевской птичкой. Кстати, почему королевской птичкой? Рябчик? Да. Ну, как есть традиции, вернее, есть стол там обывателя торжества. Рябчиков есть много было в любой... Вот говорит, богатый сибирский. Пошел на огород, да, вот как Чехов ехал через Сибирь, да, на Сахалин, да. То есть он приехал, остановился у бабушки с дедушкой. Там, ну, сейчас вот сходи там на огород, там, птичек принеси. Ну, он пошел, там, пару уток убил, там. Одного рябчика пришел, она их тут же общипала, ему сварила Чехову, да, и так далее. То есть рябчик – это как раз единственная, наверное, нейтральная птичка. Она на самом-то деле запах имеет только бульон, если ты его сварил, да. Это котлетка рябчинная, это грудка одна, это котлетка, да. Так вот, она почти нейтрального вкуса, но это прекрасная подложка, прекрасный холст, на котором, если ты умеешь готовить, ты можешь нарисовать любой вкус. И поэтому вот такое отношение. Как правило, это там трюфеля можно, там есть такой кармашек специально в этой грудке, туда можно напихать чего-нибудь. Вот, и поэтому получается, что если ты не умеешь готовить, то для тебя рябчик не королевская птичка. Обывателю не справится, обывателю будет невкусно. Ну, интересно, это как... Хотя вот, казалось бы, устрицы это же вообще такой морских этих моряков еда, да, устрицы? Ну, в принципе, да. Моряков еда. И поэтому вот региональность, вот мы, вы говорите там, вот логистика. Вот мы сейчас делаем какие-то глупости, да, с сырами. Что такое сыры там? Вот камамбер продают. 46, да, циферка стоит. В России сделан. Ну как камамбер должен, почему он делается в России? Зачем он делается? Почему он делается в России? Вы мне можете объяснить? Мне кажется, это из серии, что все подгузники памперсы, а это, все копирки серокс. Это из серии бред не сивой кобылы, а бред табуна сивых кобыл, понимаете? Вот. У нас только, вот, я не знаю, сейчас точно не скажу цифру, но вот Тува имеет своих сыров со своими названиями. Я сейчас эту таблицу сделал, я сейчас книжку закончил, тувинский традиционный стол. Ну, до 80 элементов сыров. Ну, ребят, Кавказ. Хакасия имеет там 40 минимум собственных сыров. Марок. Ну, прям брендов, грубо говоря. Ну, исторических брендов и исторических технологий, и исторически вкусных технологий, реконструируя вперед. Да. Алтай, я думаю, что имеет не меньше. А если не больше? Ну, здесь Алтай надо разделить на горные и негорные. Да. Так вот, негорные имеет, я думаю, что больше, чем тувинцы. Ну, начинается. Зачем мы делаем камамбер? Зачем? Вы занимались реставрацией старых русских алкогольных технологий. Это звучит, в принципе, как какой-то обряд из мистической книги. То есть реставрация. Ну, в алкогольные можно подставлять гастрономические технологии, потому что это тоже ваш профиль. Это вообще как? Ну, я понимаю, отреставрировать буфет. Вот как раз начал-то я с реставрации, с реконструкции, с реставрации технологий как раз золотого века русской водки. Это начиная с Екатерины II. И заканчивая, золотой век русской водки закончился, когда отменили крепостное право. Потому что самым большим преимуществом технологии золотого века русской водки было то, что был бесплатный труд крепостных. Да? И как только его отменили, то напитки наши, технологии, они стали хериться. Почему? Потому что до сих пор никто в мире не взял технологии русские. Потому что это самая сложная технология. И самое страшное,
то, что эти технологии делают напитки, которые основной их недостаток, то, что они вкусные. Представляете себе? Имеют вкус. Берешь 58-градусный напиток, ты пьешь его как воду. Ты начинаешь взлетать, эйфория мозга тут же. Шот, 20 миллилитров. Но через 15 минут, все. Если ты не добавил газу, не нажал на акселератор, еще не накатил шотик один маленький, да? Вот. То есть они вкусные, и в этом их беда. То есть, и поэтому я и занялся высшими питьями, да, то есть это есть русский буфет, так называемый, который, собственно, создался на основе табль а-ля Рюс. Почему я говорю по-французски? Потому что французский язык был языков гастрономов. Гастроном – это, до сих пор, это да, ценитель, да, да. Ценитель пищи, да, гастроном. А гурман – это обжора, а гурме – это тоже ценитель. Вот если переводить гастроном на французский язык, то это будет гурме, гурме, но никак не гурман. Так что слово как гурман… Как латынь у врачей, у поваров, да, французский. Да, да, да. Вот здесь такая ситуация. И поэтому часто и блюда это назывались по-французски, да, то есть там… Технологии. Мишле, то есть там Маришаль, там. Способы нарезки. Вот. Там. Который... И вот этот русский стол создал буфет, великолепную технологию и буфет, который соответствовал водке, соответствовали русскому сложному, самому сложному столу, который победил весь, эта система победила весь мир, понимаете? Вот и сегодня в Европе знают, что такое табль а-ля Рюс, все подают табль а-ля Рюс. Все приемы устраиваются табль а-ля Рюс, а в России не знают, что это такое. Ну, не лукавите ли вы, когда вот нет. Меня это зацепляло? Я и смотрел интервью. Но разве во Франции не подсунут тебе в вышеупомянутом мероприятии, ну, я не знаю, ну, про пельмени мы уже, я понял, это фастфуд. Да, фастфуд. Сибирский фастфуд. Да, кинут тебе вареники, там, с вишней, я не знаю, или что-нибудь такое обывательское, назвав это. Не-не-не, вы понимаете, вы подходите, вот вы сейчас делаете ту стандартную ошибку, которую делают все, требуя что-то от ресторана, да. То есть ты когда в ресторан приходишь, я думаю, что за Уралом все такие рестораны, да. Вот, ты приходишь в ресторан, и ты садишься кушать, и тебе приносят... Не системно. Тебе принесли одно блюдо. Вот это блюдо-система. Такая маленькая микросистема, микровселенная вкуса. А да? Ты попробовал, попробовал, вкусно, хорошо. Тебе другое блюдо принесли, а оно не связано с этим, которое унесли. Который ну, да, тоже... вот. А межблюдья нет. А там тоже межблюдья нет. И получается, что если ты ешь, что называется, первую перемену, вторую, третью, четвертую, то эти все блюда, они не связаны между собой. Вот. Русская система этого не позволяла никогда. То есть там все взаимосвязано. Если у тебя первый соус светлый, то у тебя уже больше светлых соусов нигде нет. Он у тебя должен быть следующий темный соус там, и так далее, и так далее. Если у тебя на соус идет рыба, то жаркое у тебя уже должно быть птичье. Там. Если у тебя там маришаль, котлетка репчинная, то у тебя здесь уже говядина запеченная и так далее, и так далее. То есть система... Стола, она давала здоровье. Ты должен из-за него был встать и почувствовать легкость. А не камни. Вот. Спасибо. И вот это вот водки, они меня сюда и привели. Да? Ну. В этом году в России официально появилось еще одно французское слово «гид Мишлен». Mm-hmm. О котором говорят все, говорят с амбицией, с помпой, потому что этого давно ждали. Ну, это впервые, это заслуженно или нет, это другой вопрос. Ну, я считаю, что да, это мое личное мнение. Ведь это все неспроста, хотя это может назвать там, с политикой, с бизнесом и так дальше. Это очень ключевой момент, потому что в России как раз сейчас говорят топовые рестораторы о том, что происходит перерождение русской кухни. Именно в том понимании, как его видят вот в широком смысле этого слова, да? Даже фастфуд подстраивается под новые, вернее, под старые, старинные, древние концепты. Про русский хлеб сейчас не говорит только ленивый ресторатор. И либо тот, который уже, он, пардон, задолбал эта тема, да, где купить хороший хлеб. Там, да? Это тема для дискуссий. Эта тенденция хорошая. Ее отметили в французским словом. Очень трендовым, модным. Может быть, эта зацепка, это как раз тот крючок, который вытянет
пласты ваших работ, вообще, ну, в принципе, фокус направится на тувимские ремесла, ну, как традиции, да, алтайские и так дальше. Хотя бы в отдельно взятом Садовом кольце. Я думаю, что никакой гид Мишлена не вытянет региональную, современную и традиционную русский стол. Я не говорю кухни, да, я говорю русский стол. Потому что это другая задача. Гид Мишлен, то есть это есть потребители там, ему нужно обязательно, чтобы вино, которое он покупает, условно говоря, Роберт Паркер оценил 100 баллов или там 95, не меньше 95, или там какой-нибудь там еще там Робинсон оценила там в 20 баллов, да, вино, и тогда он будет покупать. Не важно, что там, да. Важно то, что его оценили, и я это пью. То же самое, я пойду в ресторан, который мишленовский, оцененный ресторан. Да, да, за ними наблюдают, да, их инспектируют время от времени. Да, это какая-то гарантия достаточно хорошего уровня обслуживания, качества блюд. Да, потому что у них появляется ценник больше, естественно, и они в своих логистических вещах могут позволить себе большее. Да. Но это никакого отношения не имеет к системе, то есть к утверждению системы русского стола. Не русской кухни, а системы русского стола. Потому что русский стол собирает с собой. У нас 40 народностей, любая, 40 кухонь минимум в Сибири, да. И вот русский стол или сибирский стол, он может эти все народности собрать на одном столе. А традиционная народная кухня, да, она не может другую кухню взять на свой стол. Тогда он будет не национальный. То есть не могут появиться вторые. А вот сибирский роллы, стол, да. Вот сибирской кухни нет, да, не существует. А вот сибирский стол, да, вот он 40 кухонь этих может выставить. И это будет самый богатый стол в мире. Все. Ну, есть же сет, сейчас уже рестораны под эти проекты делают, то есть, где вот большой круглый стол, тебе только сет несут. Но есть все равно какие-то движения. Ну, вот сет, в монастыри вот, ездят, вот, хватают вот, рецепты вот, хлеба. Вот, там, вот сеты эти, сеты. Вот но я говорю сет, как будто, так вот мы про это и говорим, что тебе принесли вот это блюдо, да, сет, а оно никакого отношения ни к чему не имеет на столе. Вот оно есть само по себе, как явление, и не более того, да. Наверное, самое страшное, что оно не имеет отношения стола. К потребителю. Иногда это не имеет отношения, там камень горячий сделают, там навалят этот камень. Ну, вот украшение такое, украшение больше, чем само блюдо там. Или там, ну вот Иван-чай там, или подадут еще что-нибудь такое там несъедобное, да. Ну, у нас прям все плохо? Нет, у нас не все плохо. У нас... Как бы лечь и помирай, вот, если нет, так у нас, понимаете, у нас все-таки движение есть куда-то, да, то есть положительное движение. Но много плохого, но плохого такого, относительно плохого. Вот, условно говоря, я приехал, да, к вам в город, угу. На берег Оби. Угу. И вот мы сейчас с вами на все бросим и поедем по ресторанам. Найдем ли щуку, да? Найдем ли мы сига? Или сосвинскую сеть, как в каком ресторане подают? Я мечтаю. За это слово могут выгнать из меня. Я мечтаю о сосвинской сельди. Знаменитой манерки, лучшей рыбы в мире. У вас где-нибудь в ресторане есть ваша обская рыба? Она самый не сорная, маленький это же, сельдь. Да, ну типа сорная рыба. Нет, какая сорная рыба? Самая маленькая, самый маленький сик – это тугунок. Угу. Или то сосвинская сельдь, да? Или манерка. Где-нибудь у вас есть в ресторане? Я точно скажу – нет. Это плохо или хорошо? Я думаю, это плохо, потому что это региональный бренд только Красноярска, Якутска и Оби. Ну, а там в ресторанах его продают? А где эта рыба? Почему ее нет в ресторанах? Это хорошо или плохо? Это плохо. И вот пока мы эти вопросы не решим, понимаете, человек приезжает в Сибирь на берега Сибирской реки, и он хочет региональную рыбку попробовать, а ее нет. У нас семга выращенная и перед продажей краской накормленная, да. У нас там еще что-то, ну, которое никакого отношения к Оби не имеет.
Ну, если мы высадимся на берег из лесов, мы тоже особо ничего не найдем. Почему? Ну, оленину, я думаю, в барнаульских ресторанах, если она не привозная какая-нибудь, найти. Да нет, ну сейчас у нас вот в красноярских ресторанах оленина есть практически. Марал, лицензии есть. Красноярский я бы вообще выделил за скобки от сибирской бизнес-ресторации, потому что есть Белени Групп, есть филиал Поля Бакюза. Ну, Красноярск в этом смысле большой молодец и по количеству, и по качеству. Об этом причем знают искушенные сибиряки точно и неискушенные некоторые в том числе. Что тогда не так с нашими привычками потребления? Если сейчас так модно, экологичность, нутрициологи, диетологи, все говорят про полезность, про ЗОЖи, вроде как. Более того, один очень умный человек на радиоэфире сказал, что сегодня современный человек потребляет еды больше, чем он себе может себе позволить намного больше еды, чем он вот потребляет. Да, конечно. Согласен. И мы этим типа пользуемся. То есть мы на тот же самый рубль или 100 рублей можем купить большее количество калорий, чем было раньше. Это, ну, небольшая беда, потому что, ну, вроде как с этим надо. То есть человек должен быть чуть-чуть голодным, да? Или вставать с легким чувством голода из-за стола. Ну, без тяжести, по крайней мере. Без тяжести, да. И в том числе от напитков, которые, я так понимаю, тоже где-то им ноги подбили. Советская эпоха, индустриализация и так далее. Ну, советская эпоха многому чего подбила. Итак, я плавно сдвигаю нас в такую небольшую драку по поводу индустриализации советского образа вообще потребления. Ведь там еда вдруг стала кормом, да? Да, да. Еда – это то же самое, что корм. Сегодня вот в ресторане... То есть в баре, впервые увидел, даже сфотографировал, в баре Алтая, гостиница, да, там не меню написано, а написано «Еда». «Еда». Так безлико так. «Еда». Не люблю это слово. «Еда». Дайте еды, да? Донайте еды. Я сам занимался оцифровкой еды, в том смысле... Это оцифровка процессов доставки, приготовления сейчас, ну, то есть вот это все. Я как бы потратил на это часть своего времени. Сейчас индустриализация сменяется цифровизацией. Это вторую ногу у нас выбьет, да? В потреблении. Она уже выбила, да, у нас выбила уже. Уже есть во Франции есть тип ресторанов деревенских. Это очень здорово, да, которые называются рестораны меню одного дня. Да. Да. Вот шеф идет на базар, и он не знает, какое будет сегодня меню. Но места все проданы. Вот все проданы места. Это не Мишлен. Вот. Едут за 100, за 200 километров в этот ресторан, там, Ля Руэль, например. Вот. Он идет и видит что-то, да, и вот у него рождается меню на базаре. И это такая тема современной Франции, да, это фантастика. У нас такое невозможно. У нас мясо должно быть сертифицировано. Ну, с недавних пор еще и крестьянку забить. Для чего, почему, зачем и как, и кому это нужно. И пока мы не разберемся с этими вопросами, особенно кому это нужно, да, у нас будет все время безногое существо, которое называется ресторан. Вообще всем рестораторам надо российским ставить памятник. Они вопреки работают. Найти вкусные томаты в январе? Они, во-первых, должны поддерживаться сезонным продуктом, придерживаться, а не вкусные томаты в январе искать. Переходим на бойте, бочка. Да. Вот. Болонеза а-ля Рус, я понял. Тогда... Сейчас будет интересно, какие направления в еде вдохновляют Игоря Шейна сегодня? Мы говорим про границы. Вот от Домодедова до Находки. Вот. Дальше не улетаем. Вдохновляет. Есть две тезы. Ресторан или кухня Бабы Маши на улице Ленина, не знаю, ну то есть вот. А, внешне? Я имею в виду, что у вас сейчас в голове, вот вас поймай на улице, скажи, вот...
Игорь Владимирович или Игорь Шейн, вот чего вас вдохновило за последние там два месяца, не знаю, неделя? Может, вы вчера съели такое, о чем не можете забыть? Ну, бывают моменты, когда ты что-то кушаешь, это снос башки, что называется, да. Меня сегодня вдохновляет авторская кухня. Ну, я сужу по Красноярску, и, условно говоря, иду я, например, там на какого-нибудь шефа. Вот. Потому что там гастроли нередкие. И да, и иногда вот недавно алтайский ваш шеф приезжал к нам, Тернов, готовил. Вот, там, или ты идешь к своему знакомому шефу, он тебе готовит там какое-то блюдо, то есть какой-то продукт пришел. Вот, и это вдохновляет. Вдохновляет то, что сегодня работа шефа, она престижная стала. И у молодежи есть понимание, что можно идти учиться на шефа. И если ты будешь творческим, то это будет круто. Более того, стало престижным у молодежи быть сомелье. То есть молодежь пытается развиваться в вине. Это тоже очень хорошо. Вот. Но, к сожалению, вот это все медленно идет. Хотелось бы побыстрее. Я согласен. Один наш общий знакомый, я считаю, приучил Барнаул отдельно взятый отличать пиногриджу от пино-нуара и знать, что это не сорт пива. Это, ну, вот, ему, да, мы говорим в одном направлении. Тогда что Игорь Шейн есть не будет ни при каких обстоятельствах? Ну, за исключением каких-то крайних совсем ситуаций, да, свежести и прочее. Вот никогда. Что пролистываете в меню сразу? У меня было тяжелое детство. Вот. У меня тетка родная моя была директором холодильника городского на Новокузнецке. Поэтому я всю рыбку, всякую рыбку я пробовал свое с детства, да, всякую. И луну, там, и шпаги, и сабли, и что только не было. Вот. А минтай в это время шел. Блоками, эшелонами на корм скоту. И это кормовая рыба. Это кормовая рыба, которая никогда в пищу не поступала в мире. Она ловилась всегда для корма скоту или для получения биопорошка. Вот. Потом наступили другие времена, кроме минтая ничего нет. И сегодня меня удивляет следующее. Да? Ты приходишь в магазин, 400 рублей филе минтая, и, в принципе, за 450 рублей, ну, не знаю, как у нас в Красноярске можно купить того же сига, сига, судака там и так далее. И народ берет минтай. Вот это еда называется, понимаете? Вот это я никогда есть, да. Ну, еда, корм. В общем, на минтай вас не заманишь, да? Да. Или там, как мне часто дарят, там, чай. Ну, Иван-чай, ладно, в нем ничего просто нет, поэтому... Вот. А еще иногда сахандаля дали. Никогда в жизни никому сахандаля, чай. Белокрыгин, это рододендрон. Вот. Это яд. Человеческий яд, как это все допускается в продажу, я не знаю. Это тоже вот заблуждение. Мир ошалел, да, то есть мир продает яд. Но да, была практика, там один листочек, если ты сильно устал, тебе нужен стресс перед сном, да, ты бросаешь, охотник бросает один листочек, пьет чай, вот, потом ложится, и на следующий день он встает бодр и весел, да. Но это же никому не объясняется. Сегодня продается сахандаля, я видел, как люди просто, и в ресторанах тоже продают, просто горсть высыпает туда яду. Знаете, попейте. У меня два моих друга умерли от сахандалии. Потому что она замедляет дыхание, понижает температуру. И они были на перевале, выпили сахандали, и снег выпал, и у них переохлаждение, и они умерли. Mm-hmm. Вот это я ни пить, ни есть не буду. А за что Игорь Шейн, что называется, родину продаст? Вот, я не знаю, за горшочек тех самых, не знаю, вареников? Ну, вот ну, что не, осталось? Не давите фаворитом? На мозоли не давите. Скоро начнется налимижор. Это чего такое? Это жрать налима или когда он кого-то? Когда он активен, когда у него печень раздувается, которая... Печень налима? Да. Налима раздувается. Если Салихарда в холодильнике лежит, я что-то так подойти все не могу. А вы сегодня не могли бы ее привезти? Мы бы ее скушали. Я здесь, если что. Серьезно? Серьезно? Без шуток. Сегодня жарим налиму печень. Все. Вот. И вот он начинает, фуа-гра? Этот жор,
Это сибирская фуагра. Это сибирская фуагра. Это фантастический со сладким вином. Вот. Это вот у меня вот уже побежало что-то здесь. Слушайте, ну то есть, ну минтай, они так близко. То есть, это можно сказать, они в холодильнике, как это, как называют, товарное соседство у того, что вы назвали никогда, и хочу сейчас. Нифига. Оно же на одной полке. Извините, тресковое. Налим это тресковое. Французы приезжают в гости, и как раз нажор, да, то есть нажор. Там один ресторан специально Толя выстроил, и там кухню сделал для Красноярского винного клуба. Ну, мы там готовим. Ну, то есть тоже в зале, просто вот кухня вокруг. Мы садимся обычно, и тут же сразу все это делаем. Вот, и вот, вот налим, жарю, подаю французам. Они кушают, запивают там южным сладким вином. Говорят, слушай, говорит, ну, какое фуагра! Никогда бы не подумал, что у вас так могут. Может быть, это все-таки гусиное. Вот что-то мне напоминает гусиное. Нет, это утиное. Они начинают спорить, утиное это или гусиное? Я говорю, ребят, это рыба. Угу. Они говорят, как причем рыба? Причем лесная, да. Как рыба? Угу. Вот это. Если не в жор печенку берешь, то она немножко рыбой пахнет. А если в жор, то она вообще даже рыбой не пахнет. Жор – это январь, февраль, март. Декабрь, январь, февраль, вот так вот, самые-самые холода. Понятно, у меня-то консервы лежат, я тут размечтался уже о Сотерне. Ну окей. Понятно, но если консервы, то они могли окислиться и там. Я не спрашиваю, были или нет предложения от инвесторов открыть с вами ресторан. Я спрошу, сколько их было и почему вы их отмели, вот я так рискнул, да? Ну, один ресторан, ну, можно я не буду говорить название. Инвесторов, да. Один ресторан полностью стратегически был моим, он существует до сих пор, он процветает. Концепция полностью моя, и более того, там мои напитки продаются все, и они только на этих напитках и держатся. И туда уже в Москве вводят специально иностранцев, показывать, какая должна быть настоящая русская утка. Что случилось с Высшими Питьями? А с Высшими Питьями ничего не случилось. Просто та компания, которая дистрибьютировала их, она разорилась, или ее разорили, или она разорилась, я не стал в этом разбираться. Вот. И бренд остался в Европе, на сегодняшний день его нет, но это Maison de la Vodka компания, а та компания, которая... Моя личная компания, да, это Heritage Rus, которую я открыл 5 лет назад. Я начал там все классическим образом, я начал все с русского горячего вина. И вот сейчас вот у вас в Барнауле продается мое русское горячее вино, 43 градуса, из ржи сделанное в чистом виде, сделанное из пшеницы. Вместе, которое мы все знаем? Да. И из винограда. Но из винограда это не чача. Чача же, да, чача, да. Мар, там, граппа, да. Это же не из винограда сделанные вещи. И люди почему-то считают, что это из винограда сделано. Это на самом деле не из винограда, это из выжимок винограда, с добавлением косит, сахара, да. Не виноградного. И поэтому к виноградному продукту это никакое. А это eau de vie de vin, то есть это из вина перегнанное. Все это в коньяке делается, все это делается на лучшем в мире оборудовании, ну и так далее, и так далее. Но свет в конце тоннеля все-таки есть? Есть. Вот свет, то, что все-таки поднимается. История, на нее шефы начинают обращать внимание. Вот недавно у нас была гастрономическая экспедиция к кетам. Практически умерший народ. Да. Остались крохи людей. Вот мы ездили, собирали продукты локальные, готовить пытались. Потом устроили вечеринку с шефом из Екатеринбурга. И у всех, это видеофильм, вот, который да, у всех глаза горят. Всем интересно. Вот сарана, да, это же традиционная вещь, которую даже на нее можно было коня купить. Да. Это что? Сарана. Что, это плавает или бегает? Что нет, это растет. Это луковица, желтая луковица. И как она сочетается с икрой? Как она прекрасна, да, в своем там отношении. Или там тельно из щуки, да, которую делали. Ну вот, и вот шефы смотрят на все это, заряжаются энергией. Да, и вот я сейчас в Екатеринбурге был, потом в Перми был, в этих ресторанчиках с молодежью, которые региональную кухню поднимают.
вот на своих руках, вопреки, понимаете, вопреки всем законам. Это здорово. Молодежь растет другая. Молодежь растет оптимистичная в сфере гастрономии. Традиционно настроена. Да. Мы говорили про еду с православным оттенком, с русским, да, с таким, практически без кириллических слов, с добавлением французского. С нами был Игорь Шейн. Спасибо вам. Спасибо. Нормалек? Мы можем еще. А если Примена позвать? А если Примена позвать?